Ты в нашу бухту приходи скорей. Всегда мы рады видеть здесь гостей. С пользой время проведешь и друзей себе найдешь. Веселье всех нас ждет. Вдаль морскую приключения нас с тобой зовут. Развлекаемся, смеемся тут. Мы заберемся на маяк и будем солнышком мечтать там. И весело. Пипа Альба. Приключения в соленой бухте. Поиск сокровищ. Жизнь моряка, жизнь моряка. В соленой бухте все ищут клад, кто найдет, тот будет рад. Приветствую вас, искатели сокровищ. Мы с Пести организовали охоту за сокровищами в соленой бухте. Вы можете спрятать это под ананасом, миссис Фин? Считайте, что сделано, дядюшка Шкипер. Победитель соревнования получит особенную награду. Тот, кто первым сможет найти золотую фуражку дядюшки Шкипера, получит в качестве приза право управлять лодкой. О, вот это будет сюрприз. Надеюсь, я первым найду золотую фуражку дядюшки Шкипера. Дядюшка Шкипер сказал, что в этом году победитель состязания получит особенный приз. Хоппер, кто будет участвовать в этом году? О, было бы проще назвать тех, кто не примет участие. Верный Алан. Он всегда приходит последним. Пора искать сокровища! Я так взволнован! Я хочу победить! Ха-ха! Победить! Пора начинать, профессор Иви! Еще нет, Алан. Сначала я должна напомнить вам правила состязания. В соленой бухте спрятаны картинки с подсказками. Каждая подсказка будет вести к следующей, пока вы не доберетесь до последней, и там... Мы найдем золотую фуражку дядюшки Шкипера! Золотая фуражка Шкипера надежно спрятана. Им уже пора начинать поиски, приятель Пести. Я буду прятаться за этими камнями и отведу победителя состязания прямо к вашему особенному сюрпризу. Отличная идея, Пести. Теперь можно начинать гонку за сокровищами. Он сказал гонка за сокровищами? Именно, Сирил. И кажется, я заметил подсказку. Победить! Кажется, все готово, друзья мои. Ура! Раздайте первые подсказки, профессор Иви. Это ананас. Легко. У нас в соленой бухте ананасы можно найти только в одном месте. В лавке фруктов миссис Финн. О, как сложно! Первая подсказка всегда простая. Чтобы все сразу начали поиски. О, нет. Альба, Хоппер, подождите. Ох, мои перышки, мы только начали. Что случилось? Большой желто-зеленый шар, да? Боюсь, Алан снова придет последним. И очень расстроится. Он так хотел победить в этом году. Алан не умеет искать сокровища, и мы с этим ничего не можем поделать, верно? Нет, как раз можем. Мы все уже побеждали. Пора позволить Алану обойти нас. Ну, что, вы хотите намеренно проиграть? Угу. Ну ладно, видимо, пришла пора победить пингвину. Прекрасно! Но надо все сделать так, чтобы Алан не понял, что мы ему помогаем. Привет, Пести. Слышал что-нибудь про охоту за сокровищами? Да, это мы с дядюшкой Шкипером спрятали сокровища вон там. Вон там? Ой. А можно нам поучаствовать? Но вы же уже знаете, где лежит сокровище. Пытаешься понять первую подсказку, Алан? А ты почему вернулась сюда, Альба? Я хочу кое-что проверить. Миссис Финн продает ананасы в фруктовой лавке. Прости, Альба, я не могу давать подсказки, это против правил. Ну ладно, ничего, дядюшка Шкипер. Я спрошу у миссис Финн, есть ли у нее ананасы. О, ха, это ананас! Сработало, смотрите. О, ты прибыл первым, Алан. Первым?
Я выигрываю! Победить, 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 победить! О, я должен спросить вас про... это какой-то фрукт. Не могу в это поверить. Может, банан? О, нет, может, клубника? О, нет, вишня! Яблоко! О, нет! Хочешь, подскажу? О! Нет, спасибо, миссис Финн, так будет нечестно. Я должен найти это сокровище без жульничества. Что же там было? Желто-зеленое и... Ананас! Я нашел подсказку без помощи. Устрицы! Может, Алан разгадает подсказку? О, это сложно. Он не сообразил. Если он не догадается, то никогда не поймет, что устрица напевает следующую подсказку. Нужно попросить их упростить для него задачу, Пип. Хоппер, останься и помоги Алану. Идем. А, ну ладно. Я нашел. Я тоже нашел. Я победитель. Нет, так нечестно. Это похоже на... Устриц. О! Не знаю. Миссис Финн, вы слышали, как устрицы пели сегодня утром? Устрицы? О, да! Я выиграю гонку, миссис Финн! Я бы уже успел найти это сокровище. Чш! Он идиот! Вы знаете, что нужно делать, устрицы? Да, да, да! Ура, устрицы! У вас есть подсказка? Там в магазине на углу торт лежит, он похож на звезду. Магазин тортов мадам Эклер. Торт в форме звезды. Легче легкого. Я точно выиграю. И Альба попросили, и мы подсказку упростили. Шшш! А? Что вы сказали? Ой, ой, проболтались. Пип, Альба, это правда? Да. Ты ведь никогда не выигрывал. И мы решили тебе немного подыграть. Но это же нечестно. Я хотел победить без жульничества. Ты никогда не выиграл бы без нашей помощи. Хоппер. Хоппер прав, Пип. Я худший искатель сокровищ в соленой бухте. Но, Алан, состязание еще не окончено. Не сдавайся. Если я не могу победить честно, то лучше сосредоточусь на прыжках. Нельзя просто дать ему уйти. Попросим совета у дядюшки Скипера. Он знает, что делать. Проиграл, проиграл, проиграл. Всегда проигрываю. Я никогда не найду сокровища. Мне даже прыгать сейчас не хочется. Это была хорошая идея, друзья мои. Но соревнования должны быть честными и справедливыми. Да, так нам Алан и сказал. Почему бы вам не найти его? Передайте, что мы готовы начать гонку от магазина тортов. Какая хорошая идея, дядюшка Шкипер. Осталось найти еще много подсказок. Так что у юного Алана еще будет возможность всех нас удивить. Помогите! Украли! Наглые мошенники! Эсти, что случилось, приятель? Эти чайки, Кевин и Сирил, забрали золотую фуражку Шкипера из нашего укромного места. Мы должны ее вернуть. Да, Пип. Но эти чайки могли где угодно ее перепрятать. Я первым нашел. А вот и нет. Да? Охота за сокровищами уже закончилась? Вроде того. Кто победил? Никто. Мы потеряли золотую фуражку дядюшки Шкипера. Прости нас, Алан. Ничего. О, ха-ха, прыг-прыг. О, ха-ха, еще раз прыг. Прыг. Возможно, ты не лучший охотник за сокровищами, Алан. Но зато ты определенно лучший прыгун. Да. Прыг. О, сияй. Вон там. О, золотая фуражка. Вот, вот она. Прыг, прыг, прыг. Что это было? Да! Алан нашел золотую фуражку.
фуражку дядюшки Шкипера. Я победил в гонке за сокровищем. Честно и справедливо. Эй, а значит тебе достанется особенная награда. Прошу поднять якорь, дядюшка Шкипер. Да, точно, капитан Алан. И полный вперед, ура! Жизнь моряка, жизнь моряка. Капитан Алан на борту. Спешим на чай к маяку, маяку, маяку. До встречи, друзья мои. Мы обязательно увидимся. Надеюсь. Озвучено по заказу CLS Media. Роли озвучивали Александр Коврижных, Антон Свинков, Евгений Вальц, Татьяна Шитова, Елена Греб. Песню исполняет Марианна Соломина.